работал в магазинчик Джордж Клуни. Там дальше я заснял, что там внутри, какие цены, так что посмотрите. И все. Такого выражения нету и не будет. Захотелось вам что-нибудь купить, ради бога возьмем. Ничего не надо, просто остаетесь наши новые друзья. В каждой комнате есть разные ассорти, если ребята со мной работают. Поможет и расскажет. Пакет или корзинку отдадим, собирайте мне то, что нравится, и ко мне на кассу вернетесь, чтобы уточнили цену и рассчитались. Вот что-то не досправилось, что-то не подходит, осталось. Наши цены, сразу говорю, очень даже не переживайте. Мы всегда работаем на обороте. Умею в виду, цены хорошо даем, чтобы вам купить, нам продавать, всем остаемся довольны. Фрукты понадобятся, лучше день отъезда, чтобы все это было свежо. Сейчас покушать возьмете, когда уходить будете, чтобы не таскали. Вся фрукты, доллар килограмм, манго только 3, потому что манго сейчас привозная. Клубника 3 лотка на 2 доллара. Я уже просил, башловеческий тишина, ребят. Все остальные фрукты, доллар за килограмм. Теперь ориентир маленький по ценам, по магнитам и по сладостям, чтобы могли тоже понимать. Магнитов нужно купить 5 магнит на 1 доллар, таких 5 штук на доллар. Эти большие тоже 3 магнит на 1 доллар, 3 магнит на доллар. Эти, которые на стене висят, 3 магнит на 1 доллар. Деревесные эти 2 магнит доллар. А эти доллар упаковочка, 2 покупайте, 3 там подарим. 3 упаковки на 2 доллара. Чехли для сенсорного телефона, чтобы фотографироваться подводное, 1 доллар стоит. Папки, которые в ним бакарал уходить, по 2,50. 2,5 доллара. Рахат лукум, доллар коробка. 4 берете, 5 в подарок. Получаете 5 коробок на 4 доллара. Есть такая сладкая сумка, 6 долларов стоит. А что в этой сладкая сумка есть? 7 разная сладость. Какие? Помогите держать, пожалуйста. В ней есть коробка рахат лукума, коробка нуга, есть либо с фрукты, либо с арахисом. Они вся вовнутрь, потому что не бакованы, и может эти срок на год. Эта трубка сладенькая, вовнутрь как кос, а сверху эти кунжут. Коробка арахисный казинат. Баншка кунжутная халва. Черный мед, который лечит бронхида и кашля, и для мало крови. Пакет кунжутная вата, халва вата. Этот мешок вышло 7, разная сладость 6 долларов. Акса хорошая и выгодная. Халву из орехов. Одна за 2, 3 за 5. Без орехов они по 1 доллару. Большие, 1 за 3, 2 за 5. Это чистая кунжутная халва, булкило здесь. 2 доллара пакет. 2 берете, 3 так подарок. 3 таких пакета, 1,5 килограмма халва, в общем, на 4 доллара. Эти рахат лукум, 2 доллара коробку, 3 за 5, 4 за 6. 1 за 2, 3 за 5, 4 за 6. Эти, из орехов и с изумами, 2 доллара коробка, 3 за 5. Шоколад сделан на вид морские камушки. 2 доллара баночка, 3 за 5. Эти пакет конфетки, 2 доллара пакет, можно 3 за 5. Финики без косточки, молотый, с кардамоном и с корицами, сверху идут кунжут. 2 доллара коробка, 3 за 5. Ассорти тут 700 граммов, 2 доллара такая коробка. Я записываю. Вы хоть и вспомните, что такое себя представляет, и цены 500 раз буду вам называть. Если даже неправильно взяли, я вам скажу, что надо взять, чтобы было дешевле. Мы работаем, тут дело не лишь бы продавать, чтобы всем просто было хорошо. Эти ассорти 2 раза больше, 1 за 4, 3 на 10. Это финики без косточки, сверху шоколадом. 3 доллара коробка, 2 за 5, 3 за 7. 1 за 3, 2 за 5, 3 за 7. Маски с трубку, первый, второй ряд. Это 50% силиконова, это стоит 6 долларов. А это 100% силиконова, который сверху есть клапан. Закрывается автоматически, чтобы с ним ряд можно, стоит 10. Эти, которые клапан изверх и на нос и снизу, 12. Эти, которые на все лица, которые 4 клапанов, 15.
которая 6 клапанов, $18. Тут кошки, сама вся кошечка, это дома хранительца. Скоровей это счастье, глаз это с глаза, украшение это знак богатства. По цене доллар 2, 3, 4, 5, 6, от доллар до 6. Кальянов такие большие рабочие, $15. Раскурим, бакуем, даем вам с ними 250 граммов табака и коробка угля, все это в наборе. Тут зеркальцов по доллар. По 2 и по 3. От 2 до 3. От доллара до 3. Там брелки висят. Доллар один брелек. 2 кубики. 3 это в подарок. 3 брелька на $2. Тут кружек из фарфор. Одна за 2. Можно 3 за 5. Эти по 3. 2 за 5. Большие вот это. Одна за 4. 3 на 10. Тарелик из фарфор. Доллар. 2, 3, 4, 5, 6. В общем, ребят. Что разок повторяю, вас никто никуда не торопит. Хотела что-нибудь купить, купим, ничего не надо, красивую улыбочку скажем, спасибо, что перевезли, отвезли, нам это достаточно. Наш автобус всегда стоят на улице, когда заканчивается. Я вам на кассе почитаю, вы скажете мне название отель, вам и скажу, на какой автобус садиться. Респект, уважуха, до побачення. Спасибо.